Ах ты, негодный мой! Меджай, слава богам! Я не видела Меджаев уже много лун. Скажи, что у тебя случилось? Мой сын, Тефьеп, он не в себе, вечно убегает. Хочет стать великим мыслителем, сет его дери. Он отправился искать пещеру рядом с пляжем, но давно должен был вернуться. Ну, раз так, я найду его. Спасибо, Меджай. Похоже, Тефьеп должен быть где-то здесь. Где кровь? Должно быть, он уплыл. Крови ведут за маяк. Интересно. Следы крови ведут к этой двери. Мне нужно быть начеку. А! Тефьеп, твоя мать просила найти тебя. А, ясно. А то я бы тебя убил. Словом. Что-то я сомневаюсь. Ладно. Помоги мне. Ой. Как-то мне... дурно. Я потерял много крови. Значит, пора вернуться к твоей матери. Она будет зла. И пусть. Идем. Сил мне должно хватить. Мать приставила ко мне стража. Философам нужна защита. Эй, я не твой страж. Просто хотел помочь. Твой знак. Это глаз гора? Это мой знак Меджая. Кого? А, вот ты кто. Разве всех вас не убили? Одного забыли. Могу о тебе написать. Поведать историю последнего Меджая. Да? А какую именно историю тебе? Точно. Басни. Точно. Басню.
даже лучше, чем у Изопа. Будешь в ней верблюдом. Не могу сказать, что хочу быть верблюдом. Напрасно. Может, орлом? Или быком? Знаешь, будет лучше... Вон! За ним! Воришка! Ты украл у них? Защити меня, страж! Ладно, я разберусь. Тебе надо было бежать, но теперь уже поздно. Мне нужна ваша помощь! Тебе надо... Не убежишь. Тебе надо было бежать, но теперь уже поздно. О, так эх, мено. Ну, не скажи. Идиоты. Умри, ничтожество. Вот. Вроде бы это все. Тифьеп, ты что-нибудь еще находил в своих странствиях? Может, пару сотен драхм? Как грубо, Миджай. Я ищу знания. Иногда и драхмы, но я не вор. Похоже, теперь ты в безопасности. Вернись к матери и к занятиям. Навести меня, как будешь в Александрии, Меджай. Скоро я стану философом, величайшим. Я буду ждать этого, Тифьеп.